Во дворце спорта «Триумф» состоялось открытое первенство и чемпионат городского округа Люберцы по кёкюсинкай, кумите и ката. В соревнованиях приняли участие более 150 каратистов из Москвы и Подмосковья, а также Тамбовской, Калужской и Владимирской областей. Спортсменов поприветствовал глава Люберец Владимир Ружицкий. Сегодня именно в карате занимается более 1500 в Люберцах и в нашем городском округе более 1500 мальчишек и девчонок. Конечно же, этот вид спорта, некий вид единоборств, который позволяет укреплять собственное здоровье, развивает волю и силу. А самое главное, все виды карате, они тренируют характер, волю, закаляют стремление к победе. Городской округ Люберцы представили 49 лучших каратистов. 39 из них заняли призовые места. 11 спортсменов завоевали золотые медали, 13 – серебряные, 15 – бронзовые. Участников и победителей соревнований наградили памятными кубками и грамотами.